Добрый день, дорогие друзья! Мы со своей семьей отправились по Териберской дороге в Кольской, по Кольскому полуострову до Зеленцов. Посмотрите, как мы путешествовали, какие места мы проезжали и вообще нашу историю о том, как мы путешествуем по Кольскому краю. Очень много красивых мест у нас, где можно ездить и отдыхать. Ну что, мы доехали с вами до отворотки на Зеленце. Погнали туда, в эти дебри. Оленька сидит. Ага, сидит. Наслаждается. Настасья, что-то там. Дорвались, девчонки, до грибов. Мы доехали до девственно чистой земли. Видите, как можно выйти, просто ехав на машине, можно насобирать сразу грибов. Слушай, опять голосует девчуля опять. Надо посмотреть, что это. Так, девчулечка, тебя довести? Довези меня, пожалуйста. Довези меня. Я тут потерялась, Мурманска пришла. Довези меня. А где ты тут еще видели девчулечку? Она что-то терялась и не хочет идти. Не хочет идти с нами. Ехать не хочет. Девчулечка. Вот сгоревший мост, через который невозможно было пробраться. Мы теперь пробираемся. Вот такая вот небольшая здесь водичка. И мы поехали просто. Едем мы в дальние Зеленцы, а Настя у нас спрашивает. Настя, спроси, что ты у нас спрашиваешь? Существуют они вообще или нет? А Оленька точно знает, что они существуют. Хотя она здесь не была, но она уверена в том, что мы сейчас доедем по этой дороге в Зеленцов. Я не уверена, что мы доедем. Настя в панике, она боится, что мы не доедем. Оля уже привыкшая к дальним поездкам. Вот мы доехали до дальних Зеленцов, вот так они выглядят из машины. Такая маленькая деревушка. Сейчас мы заедем в центр и посмотрим, что там есть. Ну что там ходится? Расскажи, как ты сегодня поработала? Много ли спахала? Подъезжаем к месту ночевочки. Будем ночевать вот на этом озере. Сейчас мы разобьем лагерь. Времечко у нас уже 20:26. Поздненько.
Уже поздно, да, у нас темнеет, и пора уже останавливаться, отдыхать, кушать, раскладываться и спать.